Дай мне тебе коронки померить. Пакетики на руки. Может, эти внутрь подлить и сделать, поставить их, чтобы они были по форме, но вот тот материал, который вы сделали, да, жидкий, его сюда налить, тот зуб, который у меня изменился, нет? А у тебя вам чем не нравится? Я объясню тебе, что происходит. У меня здесь был формирователь другой. Ну. И предыдущие съемные вот эти зубы времянки, они были сделаны по старому формирователю. Сейчас его нет. Угу. Потому сделаны сейчас новые, потому что здесь нет этого крепежа, который был раньше. Угу. Чтобы они вот четко становились по форме. Да, нет, вопрос, чтобы тебе вот эти понравились. Да, пускай они были такие же, как такие же? По одной же, той же, они в одну и ту же форму были залиты, ага. И сделаны все то же самое. Хорошо. Просто я предлагаю вариант, как может быть это будет быстрее, если взять и это залить туда. Поперек батьки полезла. Ну, я должна дать ценный совет, когда его конечно, не просит. Конечно. Ты можешь попробовать посадить эти плюшки, например, я сейчас специально надела, чтобы не вылечить. Ну вообще отвратительно, прям в бородавках он у тебя весь. Я не хочу. Это да, не подходит. Ты еще вот этот вопрос актуален, то что ты билась зубами об нижний, боялась сломать какой-то зуб. Да, нет, вот сейчас нет этого трансформирователя, другой. То поставить. Есть сейчас поставят, будет нормально, по идее. Да, там была такая. Почему я в него билась? Потому что диаметр этого формирователя, он круглый. Он прям именно круглый. А зубы ведь они плоские. А тут была круглая штука. И нижний зуб бился, потому что именно попадал я на тебе диаметр. Тебе говорят, когда сделают, смотри, чтобы нигде не бился. Прям вот да, пробуй, не знаю, чавкой. Хочешь, я тебе хот-дог куплю? Тебе вот тот вот. Чтобы ты поела прям здесь и поняла, как тебе есть.
Ну, в этом кабинете я спокойна. Это там я была спокойна. Мне здесь тоже больше нравится. Ну, вот. И дело не в кабинете. Там как-то с первого раза не такое. Угу. У нас не сложили взаимоотношения с вашим хирургом. Очень хороший хирург. Не-не, у меня к нему не было никакого негативного настроя. Это просто получилось первый раз. Было больно, и он мне первый раз шил на живую уже. В конце анестезии не было, и я испытывала боль. А второй раз, когда я пошла, говорю, сделайте так, чтобы было не больно. Он говорит, а я в прошлый раз это вам делаю анестезию в конце, чтобы вы проснулись. Это вот тут сидите, мол, расслабленные. И мне фигачил, зашивал, представляете, десну на живую, я говорю, нормально. Да, может, он шутил. Ну, шутки шутками, но человек последние 3 дня уже на слезах ходил, потому что боль терпеть было невозможно. Так не должно быть. Это не первое? Первое. Первое? Как будто криво стоит, нет? Не обратили внимание? Ну, они держатся, потому что они сейчас покажу. Защелкиваю. Вот так криво кажется. То есть я даже вот так когда я защелкиваю. Наоборот, как будто бы он вот сюда ушел. То есть вот так ровнее. Вот так? Ага. Как будто сюда все они смотрят в эту сторону. Смотрите. Угу. Поняли? Есть, есть. Туда. Это, видимо, из-за того, что здесь не на что его ставить, опирать, а он вот туда наклонился. Не знаю. Угу. А его смотреть можно? Нет. Нет, сказали, посмотреть нельзя. Что нельзя посмотреть? Посмотреть вот тут. Ждем.
Угу. Тебя? Нет, все. Ты слишком красивая, я не могу не снимать. Даже вот с перебором немножко, если честно. Можно было чуть поменьше, но как есть. Поэтому не могу не снимать. Это было. Ну, что-то там их пересчитываешь. Еще имена им дай. Да. Да? Всем? Это будет Кристина. Хорошо. Да, буду резать вообще. Я даже чувствую их по-другому. Ровно? Ну, ровнее, чем те, намного, да. Ну, там понятно мешает, а так ровнее, конечно. Гораздо лучше. Да? Ну, вот я не буду. Вы можете смеяться. Не видно ничего. Ну, лицо зачем глупое делать? А, это так и было? Это умное. А, это было умное? Умное, это буду затыкать. Так, а да, они толстенькие. Видите, немножко шпыряют. Нам нужно, чтобы у меня рот закрывался. Ладно, что появится. Давай я обеликс. Саня? А сейчас не закрывался? А? Сейчас не закрывался с ним? А если ты не успела даже понять. Это языком с ним перепало. Ну, во-во.